Никто не подключился. И выключу, скажу, что не успели. 720 у меня качество стоит. Вы что там? Вы что там, друзья мои? Это слишком мило. Мне казалось, ли у меня чат появлялся раньше, ну, типа, на самом телефоне? Да? Не онлайн. Там идет время? Угу. Задержка, скорее всего. Подожди немного. Ты куда? Ты куда? Ну вот только что это что? Это как будто как прошлая трансляция. Не знаю. А вот все идет. Смотри, куда полез. Писёнок. Это как будто писёнок. Аля, гимнастка. Хоба. Хоба. У меня тут какие-то... Что это за кипиш? У меня тут какие-то надписи на английском полёте. Ты посмотри, вообще идет трансляция, нет? Привет. Connect to... О, привет, ребят, привет. Вай, привет. Скажите, у вас сильно лагает все? Да не должно у них ничего лагать. Понимаешь? Ну, у меня только 720 стоит, они... можно на котяток смотреть и 720. Есть звук, пацаны? Всем привет. Тут кошачий чил. Маленькая лапка. Привет, Григорий. Такие две кишки. Их тут пять. Пацаны, это немного антидепрессантов, у кого депрессия. Такие маленькие. Им хотела черного показать. Просто я вам сейчас сделаю статичное видео с котами. Я пошла еще на гипс. Аля, смотрите, какой он милый. А у вас что, чат с двух сторон, нет? Нет, Александр. Нет. Какой вам нравится больше всего? Я очень боялась сюда заходить, потому что Катя вернется обратно домой с котом. Кто никогда не видел котяток, это вам. Смотри. Смотрите, какой черный. Он весь черненький. Ой! А ты что меня кусаешь? Ой! А черного вообще видно? Слишком мило. Ну, он как черное маленькое пятно. А глаза не видно? Ничего так нарожало. Вообще, у меня было три котенка, а их тут пять. Привет! Он всегда смотрит на меня, как на говно. Это чего? Привет, Амати, мы у брата. Что по контенту? Сегодня котятки. Мне кажется, это самый лучший контент. Просто я могу вам статично поставить, и вы будете смотреть на котов. Привет, ребят, привет. Давай их маме верну или не отдавать? Верни маме, пусть будет кошачья вечеринка. Они со мной как сидят. Видишь? Пип. О, смотри, сейчас трюк будет. Это будет трюк. Смотри. Оп! Ля какой. Ты что, себя в зеркало там увидел? Привет, Тауэл, хеллоу. К маме. И чё, куда их девать? Ну, не знаю пока. Как вообще? Ой, ладно, не буду придумывать. Слава, привет. Мама, держи. Чё, на ужин, что вы... Да, оставьте так и идите. Блин, да я что-то тупанула. Надо было раньше вам подключить стрим отсюда. Но мы решили пожрать. Точнее, даже не наши идеи. Тауэл, ноу. Как сказать, что это коты, брат? It's cats, my brother. It's fucking cats. Блины лежат. Ну, это брата. Прям приблизь. Тауэл смеется, он говорит, ха-ха, найс. Ладно, чьи котята, брата? Всю комнату, чтобы снимать, я пойду пока за компом посижу. Ладно, ты на кухню? Да. Окей. Смотри, чил. Чил. Это чил.
А когда у Маси будут, Маси стерилизованы, у нее никогда не будет котяток. Оп. Блин, пацаны, я что-то вам поставила 720, надо было бы вам в 1080 поставить. Ну, в принципе, пофигу. Тут все равно темно. Пожрать-то их больше. Чего их больше было? Можно потушить. Да это вас можно потушить. Они слишком милые. Сделайте так, чтобы они попищали. Это надо от мамки их это. Это надо, чтобы мамка от них убежала, они начнут орать. Мама тоже добрая. Мамки. Не, кстати, Глеб, мама, ее зовут Маня. Она добрая. И она очень добрая. Я когда зашла, я дала ей руку понюхать, она начала лазить. Я думала, она мне ее сожрет. Походу... Мне кажется, они ей надоели. Ну, видите, да, она устала просто. Какое-то букханалия происходит. Кошачий рай. Кошка терпит, норм. Так, надо забрать какого-нибудь, чтобы они не мешали, и кто не ест. Пацаны, какого забираем? Вот этого? Кто там? Все остальные едят? Ну, будешь ты сидеть. Здравствуйте. Привет, Габи. Маня, Муся, Мася. Ну, как вы поняли, у нас с оригинальностью в семье так себе. Ну, отстаньте от мамки, вы что творите? На Славу погуляла, ее специально сводили. Я смотрю, гениальные имена животных. Это, да, я только что сказала. В связи с чем котики? Просто котики. Все же любят котиков. Все любят котиков. Это оригинал контент. Блин, только я очень расстроилась немножко сейчас, что я не поставила вам в 1080. Простите, мамочка. Что, посмотрите на котят 720? Тут все равно, в принципе, зачем темно. 1080? А, ну ладно, нормально. Давай маму спасать надо. Смотри, это что? Видите? Да, она ее ест. Надо маму. Смотрите, спасти. Тут вот черный котенок есть, и вот пока он не зевнет, непонятно, где жопа, а где голова. Мама, скажи, я устала от этой жизни. Я не знаю, как жить эту жизнь. Как же мне вы надоели. Надо никого забирать, потому что он сейчас тоже сосет. А, это так мило. Ну, видите, они заснули, вас подрубили, они заснули. Смотри, лапа какая. Оп, можно сюда. Милота, ага. Можно обратно. Это вот тоже, видимо, какой-то лежит. Тут, кстати, насколько блинов нам... Не знаю. Тут, кстати, у черного ушки такие веслоухие. И, короче, тут 4 пацана и одна девка. Понимаете, о чем я? Давай, блинный кот. Да ладно, коты, блин, вот лежат какие, ловлю. Брат, красава. А, блины вон лежат какие. Ну да, брат, красава. Вот она, радость материнства. Насколько, блин, без понятия. Кошка качает. Четыре головача. Ля. Их было четверо. Ему холодно, говорят, на блине. Ничего не холодно, он тёплый. И котик пушистый. Как ему холодно будет? Скажите, вы что, глупые, что ли? Чего ты блин снимаешь? Снимай котов. Надо, чтобы они покушали. Уже да сколько им ща месяц? Они родились, знаете, когда? 31 числа в ночь на Новый год после слов Путина. Кстати, это правда, без рофла. Да, реально, это правда. Их было у него пяточки голые. Смотри. Блин, жалко, у меня на камере стабилизации нет. Я вам трясу, у вас, наверное, вестибулярка такая же плохая, как и у меня. Никого не тошнит. Давай на свет покажем. Только меня лицо не снимай. Ля какой. Кишечка, привет. Привет. Ты такой маленький. Кстати, вот на свету нормально фокусируется даже. Ну, просто там темно. Привет. Темно. Ой, ля какой ты классный. Маленький антидепрессант. Мне каждый раз тошнит, когда на стрим захожу, а ты не заходи. Они подосланы Кремлем следить за регионами. Это лучшее, что мог сделать Кремль. Пойдешь сюда? Надо к нему еще кому-нибудь. Кто поел еще? Хотя он сейчас упадет. Ничего не упадет. I love the... Блин, я не мас. Тавел, я тебя не понимаю. Григорий, ты там поговори с Тавелом, пожалуйста. Ничего не понятно. Типа, он любит животных? Он слышит животных? Что он сказал? Что он написал? Где? Voice when talking with small animals. Без понятия. Окей. А вы при котятах... Нет, при котятах нельзя. Ты чешу. Я хочу к нему... Кошка наслушалась cool story по улучшению жизни и родила. А теперь думает, как жизнь. Ну, у нас вообще, в принципе, так и происходит. Дал бог зайку, да, слушай. Да. Пойдешь друзьям с амилитетом? О, а чё? А вот смотрите, пацаны, а что это у меня? Смотри, трюк. Смотри, Кать, а вот тут у них сверху... Ой!
тоже горит, или это у меня только горит? Вот тут что-то сап, ну, у них тоже, по-моему, горит, но типа у них же больше экран. Непонятно, что это такое, ресап. С 13. Саша, сейчас пацаны, зацените носки. Саша вчера пересамывался. Покажи им мои носки. Мама подарила. Это мама подарила, классно. Кошка, так, ему нравится, как вы разговариваете с животными или типа того? Того! Типа того. Типа этого, типа того. Да, любит. Как люди меняют голоса, когда говорят, вы скажите ему, что мы его поняли, и типа, там, не знаю, как... Ха-ха там или что-нибудь. Ну, короче, что мы его поняли. Добрый день, здравствуйте. Надо их всех на свет. Так это не связано с Масей? Нет, это котятки брата. Это Юа, это не Мася же. Маня. Смотри, он здесь. Качаемся с ним маленько. Вы такие маленькие, хорошенькие котики. Господи, мне кажется, когда я вижу котов, со мной что-то происходит. Они уже поедят? Нет, у нас только один активный. Надо еще остальных. Да они, знаете, спят, 10 минут бегают. Как в таких носках можно было котам на свиданку приехать? Да блин, я забыла их переодеть. Я обычно на них по дому хожу. Да, с ума сошла. Смотри, какие лапоньки маленькие. Ой, скажи, не трогай меня. Не трогай меня. Почему кошке в глазах боль бытия? Но она поняла, что значит быть матерью. Что значит иметь 1, 2, 3, 4, 5 котят. Эй, ребят, отпустите маму. Хватит драться за маму. Я вижу, что ты наелся. Ты что его пинала? Они просто, блин, Катя, там в самом темном углу. Надо выпить. Катя, у меня есть темная шутка про твои носочки. Не надо. Смотри. Вы знаете, что хочу? Я вот купила. Прям. Хотел купить. Не знаю, почему никто не любит томатный сок, он прекрасен. Что там за кипиш? Мать, отодвигай. Привет, привет, Мася родила... Типун тебе на язык, она не может родить, она стерилизована. Это мы у брата в гостях. Пять тамагочи. Смотрите, он уже даже корм ест. У меня когда мелкие котятки были, они не ели корм. Обожаю томатный сок. Вот выпила. Томатный сок с картохой и пловом норм. Мама, отдай ребенку. Я просто люблю томатный сок как сок. Типа он вкусный. Но я люблю покупать с этой уже с солью, с морской. Ну, типа, он вкусный. Не надо подсаливать. А мама у нас вообще сок как суп пьет. Типа, знаете, там мазика туда, сметаны, перца, соли. Ну, Маша, давай детей уже от этого играть с ними будем. У меня рука затекла, на-ка, держи. Просто клешня затекла. Привет! Как дела? Нормальный ракурс. Как дела? Как у тебя тут поживают? Вот лапы чья-то. Вытаскивай их. Хватит уже их кормить, мама. Хватит их кормить уже. А ты что ешь там? Что это такое? Со сметаной. Давай, все, вставай, мамаш. Чуть-чуть пробую, он такой... А. Сейчас орать начнут. О. Я же мать, хватит снимать. Пошли, не ори. Вот, мама сама от них ушла. Маш, уже. Давай их на простыню покажем. Давай мне телефон. Ребята! Ну все, не плачьте. Пять детей. Хозяйка какой-то, видишь, пять детей. Как дела уже родила? Ну три, то их держать не могу долго. Три? Их было четверо, четыре пацана. Четыре пацана. Четыре пацана. Да, вы такие прекрасные. Давайте семейное фото. Так, семейное фото, семейное фото. Что у тебя на голове, ну-ка? Их просто доза умиления. Мне кажется, котятки способны вылечить все. Черный. За что котов мы их не мучаем. Ой, ой, не падайте только, пожалуйста. Не уйдете? Да, мы теперь тут жить останемся. Тут же... эти маленькие котятки. Маленькие котятки. Что, будете вниз спускаться? Вам же тут тоже классно. Слишком милый контент, так можно и в девку превратить. Вот этот хочет сбежать. Они пожирают мою руку. Они поглотили мою руку. А все возьмете котенка? Я не знаю, но я бы не стала рисковать. Тут вот этот вот, подождите, вот этот доходяга, его может оставить. Человек так тискать, но они уже достаточно взрослые, их можно тискать. Ну, как бы месяцем уже.
Потом ты вспоминаешь, что Катя сделала с пумой. Они же мелкие, смешные, ушастики вообще классные. Ладно, давай спущу их. Оп. Мамочка, вот они ваши все дети. 4 пацана. Кстати, хрен, 4 пацана и одна девка. Ну. Вот ведь как бывает. Смешные ушастики. Мама, они, да все. Мама, кстати, их не таскает в зубах. Рома говорит, она странная. Типа, она ненормальная кошка, она не умеет их таскать в зубах. Что вы скажете по этому поводу? Почему вы не таскаете своих детей? Она просто... Нет, она просто орёт и не понимает, что с ними делать. Мне кажется, я бы себя вела примерно вот так. Вот этот на меня вечно как на говно смотрит. Вот он. Пусть на вас тоже посмотрит. Так, дети. Дети мои. Вот, все твои здесь. Вот они все, втроём. Ну, их, правда, у тебя больше, но тебе пофиг, видимо, что они от тебя разбегаются здесь. Вы куда? Опять все разбежались. Вот кто должен делать качественный контент. Один убежал, ну. Смотри, как этот ест. Ну вот решеточка. Он залез в решеточку. Мамаш. От кого кошка-то родила? Ну, их съел специально. От британца какой-то. От британца. У черного, короче, у него уши. Типа, знаете, как у Веслоухова. Вот, посмотрите на его ушки. Если он, ну, он не видно. Он шотландец. Короче, батя у них шотландец. Их специально сводили. А этот ест в решеточке. Смотри, мама там легла в проходе, чтобы они не лазили туда. Прикинь, какая умная. Опять мамаш, ты умная. Чего орёшь-то? Писонок. Бедная кошка, у неё столько боли Писонок. В глазах. Да это нормальное поведение кошки с детьми. Они просто общаются. Хотя бы не гадят на пол. А на самом деле сейчас будет шок-контент. Блин, ну это слишком мило, он сидит. Но мамочка ест каки своих детей, да. Это правда. Это правда. Так, не надо. Поэтому вы не видите их каки. Оп. Оп. К маме, видишь, маленький. Какой-то серый, самый такой, типа, я уже взрослый. Просто, блин, вечеринка. Вот этот мне нравится, вот этот вот серый. Ой-ой-ой, ускорение, ускорение. И, короче, еще одна Сера. Привет, ты смотришь на всех как на говно? Иди сюда. А зачем добру пропадать, хотя... Ну, я тоже так думаю. Привет, Ивсай, смотри, что у нас есть. Жрать пошли. Сколько можно? Сколько можно? Вот этот прям мега милый. Сколько можно? Маша тебя то же самое ждет? Нет, господи. Остановитесь. Ты что, драться будешь, что ли, пузята? Тоже за детьми. Я так не думаю. Ты Мари, там... ну покажи. Мама держит ребенка. А котяток есть именно? Нет. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. Номер 4 пацана и одна девочка. Слушайте, а вы не объедитесь, молодой человек? Который в решетке почему-то сидит. Ребята. Мы предложили брату назвать... Ой, чё какой сладкий. Дадим пылесосе. Чё какой сладкий. В пылесосе застрял. Предложили назвать черного Хабибом. Не потому, что он черный, а потому, что у него уши такие. Да, типа потому, что у него уши такие же, как у Хабиба. Сейчас забанят для нас. Отлично именно. Смотри, я принесла этих беспредельщиков. Арест 15 суток. Да не тряси ты, у меня телефон не успевает за ними. Когда вы будете котят девать, так это же не наша проблема. Да раздавать. А куда их? Их быстро заберут, они красивые. Ну да. Котят легко таких милых пристроить. Как в бешеных псах. Ну вот черного уже хотят забрать. Хабиба. Конора. Ты такой... Маленький. Такой пушистенький. Дайте сейчас его. Хабиб будет драться. Дайте кому-нибудь чмокнуть. Хабиб будет драться сейчас. Какой Хабиб? Да я говорю, что у него уши, как у Хабиба. Причем тут то, что вы подумали? Вы чё? Мы сказали, что просто черный, его Хабиб зовут. Да. Просто это имя, блин, котенка черного. Если он черный. Как его еще обозвать? Я говорю, он пока не зевнет, непонятно, где голова, а где жопа. Он думает, что мой палец это Тити, наверное. Нет? Или ты не настолько глупый? Ну-ка.
Нет, он не настолько глупый. Мне кажется, мы кого-то потеряли. Пожиратели корма. Все здесь. Маленькие пожиратели корма. Они уже 10 раз поспали, пожрали. Это меняется по кругу. Просто по кругу. Очень быстро. Звук? Что звук? Не слышно? Минус звук? А, ты, может, закрыла рукой эту дырочку. Я, может, дырочку вам закрыла. Вот ведь как бывает. Я все. О, хотите что-нибудь покажу? Блин, не знаю, что показать. Ну, картины покажу. Да ладно, тут... Не моя хата, как говорится. Че такой маленький? Смотрите просто на котяток. У-у-у, всех побью. У-у-у. Пошлите котят подписчикам за $1000 вот штука. Мягкие лапоньки. Себя покажите. Не, я покажу. Не, мы плохо выглядим. Не очень хорошо. Хабиб, ты куда? Я просто сегодня никуда не собиралась. Я проснулась, умылась и пошла сначала в аптеку, а потом в Томск поехали. Приветик, приветик, Игорь. Просто его не видно. Дека, что за берсерки? Это маленькие пищатки. Вот еще маленький, вот берсерк. Раз, два, три, четыре, все. Стих, вот стих. Это вот классно. Это, по-моему, девочка. Как думаете, нам ее забрать? Кися нашли. Она одна девочка. Выбора нету. Только одна. Ой, какой. Оньк, оньк. Крутые вообще огонь. Эти берите. Да что ж, она же вырастет. И куда его? Ой. Простите, извини, пожалуйста. Вам что, мало девочек? Ты такая маленькая. Всех иначе из них... Да ну, ты чё? Я подбородок чешу. Ты чё там чавкаешь? Вот реально оригинальный контент. Не то, что там видосики смотреть. Делаем контент на котиках. На котятах. Чисто на котят. Пойдем, я тебе покажу. Ты вообще такая красивая. Хочешь спать? Давай. Бери Хабиба. Конец контент. У нас сегодня кошка родила 3 котят. Котята выросли немножко, есть из миски не хотят. Ну да, только 5. Вот эти серые вообще классные. Один мальчик, другая девочка. И они мне очень нравятся. Мне вообще все нравятся, конечно, но этим тоже нравится. Чего кусаешься? Мы пока не разобрали, кто мальчик, а кто девочка. Но если вдруг брать, то только девочку. Я вообще... Потому что мальчик... Не надо мальчика нам. Ой, ну, ты девочка или мальчик? Короче, вот это вот, наверное, девочка. Вот это. Думаешь? А это мальчик. Ой, тихо. Не плачь. Мамаша сама. Я слежу за ним. Да это они там дерутся, орут. Думаешь? Ну, эти-то молчат. Я думаю, а вы что против? Нет, мы просто, ну, именно коты, они более сложнее в воспитании, что ли. Типа с девочками попроще, они более, знаете, компромиссные, что ли, чем мальчики. Вот мальчик захочет нассать тебе на обои, но он или насыт. В тапки нассать. Захочет тебе там нассать, ну, в тапки, насыт. Здорово, девки, что-то происходит. А тут оригинальный контент качественный. Пойдешь ко мне тоже? А с девочками, грубо говоря, можно договориться, что Мася зашита. Пошли, я тебя на лифте спущу. Да это не Масины котята. Это не зависит от пола. Это мы вообще не у себя дома. Мы у брата. Сама не можешь. Оп. Красивые коты, вообще классные. Кастрировать их? Нельзя маленьких кастрировать. Мы только родились месяц. Спойк. Оп. Оп. Ой, блин. Пицца. С головой ударился. Ой, какой маленький блинный кот. Ты маленький блинный кот. Пипец, у Кати нога толстая. Где? Месяц вроде меньше. Но они родились 31 декабря после слов Путина. Сейчас 30 вроде января, значит, и месяц. Вот так. Ты маленький. Ты завтра... У тебя сегодня или завтра день рождения? А, день рождения же не каждый месяц празднуется, блин. Привет. Мы развалились. Мама лежит маленького. Куда пошла? Ты куда?
Ой, ушел и начал орать. Ой, он сейчас туда, блин, залезет в ящик. Да. Ящик. Он пролезет, он не слишком умный. Закрой ящик. Я бы сказала, что и мне ватники маленькие. Познакомьтесь с братом, хочу поговорить с ним о вашем... Нет, мы договорились, что мы не показываем брата. Почему они еще ни разу не пискнули? Они пискнули, ты просто не заметила. На меня? Возможно, на тебя. А что наш... Брат нас не воспитывал. Чьи блины? Брата, блин! Кач, бойтесь его. Да, он вам кабину разнесет. Всем хейтерам тупо кабину разнесет. Чего ты так далеко? Ну ты мне мешаешь. Снимай оригинал контент. То посмотрите на котиков. Сейчас я вам поставлю, просто статичное видео будет. Был бы там свет. Качок с маленькими котятками, это так мило. Короче, план сейчас по-тихому, одна выходит на улицу, а другая передает ей всех котяток забирать. Да куда нам столько? Мой ты от ваших грязных рук. Пока пусть за кадром на вопросы ответит. Да не, не надо. Он ушел в другую комнату, на кухню. Вообще, это он предложил поснимать. Когда раздавать будете, да не знаю. Кстати, я своему коту на миску отомстил, так сказать, ужас, отвратительно. У тебя, если есть вопросы какие-то суперважные, напиши тут, а я решу, спросить у него или нет. Почеши им животик. Только не урони мой телефон. Вот этот меня как на какашку смотрит, видите? Меня удивляет, почему кошки рожают под зиму, тем более в холодном климате. Вообще тепло. Ну да. Вообще у них начинается утечка осенью. Я в детстве кошки в лицо. Понятно. Ёпта, как залетела, так и родила. Вообще, там вот ребенок один остался. Кать, иди за ребенком. По-моему, это не моя это. Эй, ребенок, ты где? Давай. Весной они тоже вообще-то нагуливают, когда коты дерутся. Кстати, да. Вот эти мартовские драки. Они орут же там, как бешеные. Она пушистая такая, что за порода? Да, она беспородистая. Вообще у них батя шотландец. Поэтому котянки наполовину шотландцы. Hello. Думаю, кошки рожают в том климате, в котором их... Сколько всего котят? Пятеро. 4 пацана и 1 девочка. У них 2 периода зачатия, ранней весной и еще февраль. Ну да, типа того. Чтобы женщина решала, что из моих слов важно, а что нет, уж извольте. Я не думаю, что есть что-то важное, что ты бы спросил у нашего брата. Сейчас вообще забрел. Типа, он что, он нам не отец, чтобы и не мама, чтобы воспитывать нас. Касаемо нашего воспитания. Да. Типа, мы с ним одного воспитания, как бы. Беременность 63-65. Смотри на это. Кого уволить? Не видно. Иди покажись хоть. Привет, Влад Тайм. Может, вам повернуть немножечко? Угу. Аля, какие. Путин уволь. Привет, ребят, кто присоединился к нашей чил-зоне. Какие маленькие. Завтра, кстати, стрим, кто не знает. Кто забыл вдруг? Внезапно. Внезапно. Кто забыл, завтра стрим. Хотя, может, это тоже можно считать за стрим. Капитал дадут, а медстраховка у них есть. Ой, не знаю. Ты что завис, котеночек? Старший воспитатель. Оригинал контент. Все, все спят. Очень интересно с вами стримить, конечно. Контент-мейкеры. Откуда у вас котята? Это котята брата. Нравится, как кошки смотрят, как будто все понимают, но притворяются тупыми, но они умнее людей, на работу не ходят, не учатся. Вообще кошки очень умные. Ну, не все, конечно, Мася тупая.
Заговорили про страховку, котенок подумал о работе, учебе решил идти. Просто в угол ушел. Погладь маму. Сейчас. Ее, кстати, Маня зовут. Когда своих личинцев родить, тоже будете стримировать. Да черт знает. Энергия закончилась. Откуда их? Из инкубатора родить? Старший всегда отвечает за косяки младших. Детские косяки хотел спросить. Ему за нас не прилетало, потому что мы... Ой. Жили в разных местах, если можно так сказать. Вот так вот. Погладила кошку мать. Мы можем подсобить... Не, не надо, господи. Типа он тебе на язык. Смотри, тут в углу прям сидит. Ну ты их слепишь, Катя. Ну, им так не видно. Ты иди сверху. Ну туда вот положил, сюда на полку. И все. Ну что, нет, он работал там. Может, они не родные? Нет, мы родные. Вы какие-то глупые вопросы задаете. Ой, прелесть какой, он такой хороший. Чего все зависли-то, алло? Все спят. Давай я возьму того, который не спит. Катя, да он только что пошел спать. Пожалуйста. Катя, отстань. Спокойная кошачья семья такая. Катя все портит, руинит. Я хочу с ним поиграть. Кошка держится, так и не психует, умная. Она ласковая, кстати. Папка бросила. Я вообще думала, что она, ну, типа, злая, потому что у нее мордочка злая. Да, типа, как будто ее заколебали. Ну да, но вообще она добрая, она муркает и дается гладиться. Некоторые же кошки вообще шкерятся ото всех, а это добренькая. Там общий клубок. Глупый вопрос за счет слишком молод контента, я же говорил. Что? Геш, не поняла. А, за счет милого контента. Ну, наверное, он компенсирует недостаток деградации. Они очень пушистые и мягкие. Я люблю вообще котяток. Если бы они никогда не росли, я бы себе много завела их. Или они такие тепленькие, наверное. Да, они вообще классные. Пока молочные, они вообще классные. Вот реально, это антидепрессанты. Сейчас... Мать, ты куда? А, минутка глупых вопросов. Ну, ладно. Куда мать? Наш. Для тебя глупые вопросы, а братан может пожаловаться. Слушай... Успокойся, а мы с ним видим друг друга раз, блин, в 2 месяца. Спасибо, конечно, что переживаешь за наши семейные отношения. Мать такая встала, типа, ой, блин, соль, ты хочешь уйти? Такая, ой, не, ладно, ну, останусь. Не можешь. Останусь, ладно. Я же мать. Я же мать. Глеб, тебе лишь бы пожрать. Они вообще пушистики. Мать вас... Нет, она добрая. Она вообще, просто замучила, задолбалась. Кто вообще из вас часто видели таких котят? Вообще трогали их? Играли с ними? Они вообще очень прикольные. Миленькие. Ну, только растут быстро. Ну, давай сейчас... Поглажу. Дайте покажу. Тут сон-час. Сон-час. Вам быстро сами задолбались, согласна. Сон-час. Все ушли есть. У всех обед. Чья это тут лапа? Черный, я вижу черного. Хабиба. Хабиб, иди ко мне. О, Хабиб поел. Я трогал котят. Габи трогал котят. Ну, обычно просто некоторые уже видели больших кошек, но не играли с маленькими. Капец, откуда он вы? 5 детей. Ада. Да, у меня, кстати, вот было у кошки 3 котенка. 5 это прям много. Я ни разу, я всегда хотел кота, но как-то не складывается. Геш, коты очень неприхотливые, в плане того, даже если тебя, ты домой приходишь вечером и только спишь, они такие, ну окей, корми, убирай лоток. Мне кажется, мама сейчас заснёт, сидя просто. Такая юная. Ой, я ж говорю. А что вы скажете по поводу всего этого происходящего? Безумие. Мы оба впадаем в безумие. В вакханале. Как она их хочет их обнять. Мне кажется, не очень она хочет. Коты даже покрепче людей выживают. Ой, какие у тебя лапы смешные. Блин, жалко, у меня стабилизации нет у камеры. Хотя так клёвые, согласна. Они очень милые. Только они, блин, шкерятся тут вот в это. Короче, у них вот тут вот место.
Вот тут вот место, вот тут, вот там место. Вот где они лягут, там их и место. Не знаю, как так получилось. Че, ладно, мне кажется, он час уже. Контента не будет. Ну ладно, вам больше нечего показать, поэтому... Завтра увидимся. Завтра стрим 12 по Москве. Встретимся. Тиам. Кажется, вы так... Ну да, мы все, мы не будем мешать кошке. Ёлочка. Все, что хотели вам показать, мы показали. Котят, ужас. Ужас. Тебе не смыть грех с твоих рук. Пока спасибо, что показали нам их. Ой, да пожалуйста. Мне все нравятся. Какой котенок? Да все, блин. Я вообще все, не могу выбрать. Они очень классные. Вот это вообще что-то... Эй, друг. Чего он так лежит страшно? Дышит? Или его там придавили? Извините. А, да, он ухом шевелит. Ой-ой-ой-ой-ой. Там Хабиб дерется. Хабиб, блин. Ты что? До завтра, ребят. Всем спасибо. Спасибо, что прибыли. Да тихо вы, дайте закончить. Стройте себя семью хорошую, правильную. Подождите, закончу, будете драться. Контент пошел. Экшн, экшн, экшн. Мама в шоке. Экшн, экшн. Это экшн. Ставлю на час. Ладно, пока, ребят, до завтра.